Рюкшин передает Булуту результаты теста ДНК, которые она сделала тайно, и они оказываются отрицательными. Джихан отдыхает на своем катере вдалеке от Стамбула, но вдруг перед ним появляется Шахика. Джихан в шоке, обнаружив на катере незваную гостью. Булут рассказывает Элиф про результаты теста ДНК. После этого Элиф понимает, что ее подозрения насчет Алаза подтвердились. Отныне всем стало известно о ненависти Алаза к семье Герай. Гюлендам включает флеш-карту, которую взяла у Джем.